Фашизму! 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 Все, кто гордится победой нашего народа в Великой Отечественной войне, кто не позволит делить людей по этническому признаку, сначала нам говорят, как любить свою страну, а что дальше? Возьмут в руки штангенцерковь? Десятки тысяч людей, которые сейчас стоят на театральной площади, выражают мнение жителей всей Луганщины, которые не готовы мириться с возрождением фашизма в нашей стране. Друзья, давайте в едином порыве, плечом